Если бы я мог это предположить, конечно, это было бы, может быть, по-другому. Да, я говорю, я вернусь в это. Я, вопреки всему этому, вернусь. Я выстою, я освобожусь, я закончу институт или там училище. Я найду работу, я буду жить на 90 рублей в месяц. Я был там, где, в принципе, люди оттуда не возвращаются.